Привет всем любителям укулельки, меня зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Вы заметили, сколько было в приветствии слова укулеле? Чё-то посидела я и подумала, что мы давно с вами не играли ничего по табам, что-нибудь пальчиками, что-нибудь такое этакое. Кстати, напоминаю, на канале есть целый плейлист разборчиков по табам, ну и также отдельное видео, видео-обучение, как же играть по табам. Поэтому, если вы впервые слышите что-то такое, что можно играть как-то мелодию, что ли, еще на укулельке, обязательно посмотрите эти видосики и возвращайтесь сюда. Ну а в сегодняшнем видео мы с вами будем играть какие-то клевые мелодии из ТикТока. К сожалению, пока на данный момент съемки этого видео в ТикТок нельзя ничего нового загружать, соответственно, нет новых трендов, мы будем разбирать старые какие-то песни и мелодии. Поэтому бери укулельку в руки и погнали учиться. Если тебя интересует какая-то конкретная мелодия, то тыкай по тайм-коду, я там все подписала-расписала, и учи именно то, что тебе нужно. Теперь у нас с вами на очереди The Drums Money. Очень прикольный риф, мы сейчас его будем поподробнее разбирать, особенно правую руку. Давайте для начала покажу, как он у вас будет выглядеть. Эту дело в правой руке. Во-первых, я играю такой тремольной техникой, техникой медиатора, но так как медиатора у меня под рукой как бы нет, и где вы его возьмете? Еще медиатор покупать. У нас есть с вами настоящий родной природный медиатор, это наш ноготь. Кстати, у кого длинные ногти в правой руке, для вас будет сейчас прям шикарно. Я беру свой указательный пальчик, показываю такую японскую сердечку. Не, кавай! И делаю следующим образом. Делаю подставку, ребро правой руки, вот так вот. И начинаю играть вот следующим образом, то есть ногтем. Играем ногтем указательного пальца. То есть вниз, вверх, вниз, вверх. При этом рукой я туда-сюда не тормошу. Вот я как приклеила, прилепила. Так у меня это все происходит. Можете прикрепить только мизинчик. Можете прикрепить все пальцы, кому как удобно. И при этом у меня рука не зажата. То есть если у меня будет рука зажата, вы быстро устанете, быстро притомится ваш вот этот палец. Вот так вот играть. Поэтому не сжимайте. Плавным движением вниз, вверх играем. То есть обыгрываем струну. То вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Попробуйте поиграть в медленном темпе, потом постепенно ускоряем. И получается следующее. И этой штукой мы будем играть целый риф. То есть очень удобно играть такой вещью, когда у нас одна нотка играется много раз подряд. Вот в нашем случае это вторая струна на втором ладу. Ее мы тут с вами играем аж 8 раз подряд. Естественно, если мы будем играть только... Не очень удобно, если мы будем обыгрывать... А-ля балалайка получилась, вот это нам и надо. То есть мы играем в таком... Да, вот это. И дальше продолжаем с вами опять на второй струне, на третьем ладу играть один раз, в пятом ладу. Обратите внимание, какие пальцы я ставлю, то есть пальцы в этом плане очень важны. И в конце у нас играется первая струна на втором ладу. Все вместе. Отлично. Этот кусочек мы с вами играем аж 3 раза подряд, и получается... Вот мы это все сыграли, и концовочка у нас начинается точно так же, то есть... Далее мы с вами играем 3-й лад на второй струне, далее опять возвращаемся на 2-й лад на второй струне, опять этот лад, и в конце переходим на 3-ю струну на 2-м ладу. И получается так... Давайте теперь это все соберем полностью от начала до конца в медленном темпе. Поздравляю, у вас риф разобран, теперь можете добавить скорость и получится следующее. Друзья, у меня
для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку. Хотя это не просто укулеле, это акулеле. Потому что тут типа акулка. Oh, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Следующая у нас с вами мелодия Mother Mother, какой у меня клёвый сегодня английский. Песня называется High Love, вы её слышали по-любому, вот как она у вас будет выглядеть. Как разбирать сами табы, сами нотки, расскажу, как мы будем играть в правой руке. У вас есть несколько вариантов. Вы можете играть чередованием пальчиков, указательный, средний. Мы как-то с вами учились так играть, то есть играем, допустим, какие-то ноты на одной струне, но при этом играем их чередованием. Такой более хороший advanced level. А кому сложно, можете играть все большим пальчиком. Единственное, какие-то моменты быстрые большим пальцем неудобно играть, то есть немножко так. Но опять же, у всех разный уровень, поэтому смотрите по своим силам и мощи. По большей части мы с вами будем играть на второй струне. Напоминаю, если у нас написано с вами нолик, то это играется открытая струна, то есть ничего не зажимаем. Первые два такта, они очень похожи, они как бы идентичны, но единственное, разные по ритму, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Первые у нас три нотки открытые. Далее зажимаем первый лад, третий лад. И спускаемся с вами на первую струну, играем ее тоже открытой. Получается. Еще раз. Далее. Нотки те же самые, но ритм разный. Получается первый такт. То есть та-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 та. Еще раз. Дальше у нас с вами идет следующий кусочек. Зажимаем с вами первый лад, играем его три раза подряд. Далее третий лад. Перемещаемся с вами на вторую струну. Сначала открытая, затем второй лад. Получается. Еще раз. И следующий кусочек. Переходим с вами на третью струну, на третьем ладу. Далее играем с вами первую струну на втором ладу, затем ее открытую, переходим на вторую струну на третий лад и открытый. Это, наверное, единственный момент, где такой небольшой скачок по струнам. То есть, смотрите, третья струна, первая, вторая. Давайте с вами третий, четвертый такт соберем. Обратите внимание, какими пальцами я играю, потому что это очень важно. Теперь соберем полностью все четыре такта. Дальше у нас с вами еще раз повторяются эти три такта, и концовочка у нас будет с вами другая. Первый раз мы же играли так. А в конце мы с вами сыграем... То есть третья струна на третьем ладу, играем та-та-та-та-та-та. Чтобы было удобно и понятно, давайте соберем полностью вторую часть. Еще раз напоминаю, первые три такта такие же одинаковые, концовка другая. И получается так. Теперь в медленном темпе полностью от начала до конца. Если чуть быстрее. Разбор на укулеле. И
И последняя композиция очень популярна среди гитаристов в ТикТоке. Сейчас вы поймете вообще мелодию, сейчас будем играть Player C. Довольно-таки популярный риф, кусочек вот этот вот. Сейчас покажу, как он у вас будет звучать. Заметили, теперь у нас помимо мелодии есть еще и какие-то аккорды. Да, аккорды могут также записывать в табах, поэтому давайте быстренько по этим аккордам и пройдемся. Первый аккорд — аккорд АМ, следующий аккорд С, Д и Фа. То есть все очень просто и понятно. Сначала у нас будет с вами играться аккорд, потом, соответственно, мелодия. Играем аккорд АМ, далее играем на первую струне открытую струну, затем ее на втором ладу, затем на третьем. И открытую вторую струну. Бибочка, приятного аппетита. Получается. Следующий аккорд у нас играется С. Далее вторую струну открытую сначала играем. Затем зажимаем ее на первом ладу. И опять открытый. То есть 0, 1, 0. Давайте соберем. Так, получается D, E. Затем, не убирая вот этот аккорд, играем третью струну на втором ладу. Затем опять ничего не убирайте, уберите только указательный пальчик, сыграйте вторую струну открытую. Затем верните этот указательный палец на первый лад. И вновь играйте третью струну на втором ладу. То есть все взаимосвязано. Посмотрите еще раз внимательно. Ну и последний аккорд Фа. Далее играем вторую струну на первом ладу, на третьем и вновь на первом. То есть указательный палец также ничего не убирайте. Давайте соберем третий, четвертый такт. А теперь полностью от начала до конца. И потом добавить чуточку темпа, чтобы у вас получилось следующее. Так. Ну, если тебе понравился этот видосик, то дай мне об этом знать своим лайком. Напиши в комментариях, что в следующий раз мне разобрать песню, мелодию, то какую. Обязательно все уточняйте, пожалуйста. Автор, наименование, количество штук, чтобы я понимала, что вы имеете в виду, потому что иногда вы пишете название, а одно и то же название есть у разных исполнителей, так что конкретнее, пожалуйста. Ну и также напоминаю, что вы можете поддерживать мои труды и старания в финансовом плане, как это делают ребята на Boosty. Взамен они получают клевые ништяки, раздаточный материал, мое почтение, ну и вообще спасибо большое, что вы смотрите, спасибо большое, что вы меня поддерживаете, мне очень приятно и ценно. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока! Заметили, сколько в одном приветствии было? Сначала необходимо разблокировать iPhone. Напугала меня, что ты, я что сказала, какое-то запретное слово?